Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды» и с вами я, его ведущий, Олег Бурылов. Сейчас идет суд над Рамилем Шамсутдиновым, солдатом-срочником, расстрелявшим 8 сослуживцев в поселке Горный Забайкальского края. Я слежу за этим судом, и вот у меня невольно возникает следующий, самый важный, как я считаю, вопрос, который возникнет у каждого присяжного заседателя, который будет судить Рамиля Шамсутдинова. Адвокаты рассказывают, что вот как издевались над бедным Рамилем Шамсутдиновым, не давали спать ему 3 суток. Вы знаете, друзья, у нас в армии, вот когда я служил, 7 суток пацаны не спали. Наряд. 7 суток. Они там что-то на бедокурии, я уж не помню, ну что-то такое вот прям вообще. И им 7 суток не давали спать там. Они спали, ну там, 2-3 часа в сутки. 7 суток подряд. Ходили там просто как зомби. Автомат никто не брал в руки. Сослуживцев никто не валил. Дослужили все до конца нормально. Знаете, леща нам давали, поджопники пинали, блин, я не знаю, уши выворачивали, таблетки давали нам, что только не делали, гвозди нам забивали. Это вот, когда берут солдату по ноге, по голени, носком сапога пинают, называется забить гвоздь. Что только не делали с нами, никто никого не стрелял, никто никого. Да, вы можете сказать, терпилы и так далее, но... Извините, армия – это не детский сад, это не курорт. Это мужской коллектив со своими жесткими условиями. И в этот коллектив необходимо влиться, показать себя с самой лучшей стороны, чтобы тебя твои же сослуживцы, твои же товарищи уважали. Да, бывает, ты что-то делаешь неправильно, и за это надо расплачиваться. Кто-то тебе там подзатыльник даст. В наряде можешь не выспаться и так далее. Дедовщина всегда была в армии, ну всегда. Вот когда нам говорят, что дедовщины нет, там Шойгу победил дедовщину, плюньте в лицо этому человеку, кто вот это говорит. Это все наглое вранье. Дедовщина была, есть и будет всегда. В любом мужском коллективе всегда будет дедовщина своеобразная. Возьмите зону, армию, даже на воле мужской коллектив, все равно кто-то кого-то будет, ну, гнобить, так скажем. Все равно будет вот это вот. Кто-то постарше, кто-то помладше, это будет, это всегда будет. Другой вопрос, самый главный вопрос, вот с чего я начал. Была ли попытка изнасилования Рамиля Шамсутдинова? И вот все-таки вопрос-то был же поставлен. В свое время стали говорить о том, что в части были изнасилования. Самый главный вопрос. Я понимаю, что адвокатам сейчас вот найти вот этих изнасилованных пацанов, если они на самом деле были, ну это практически невозможно, никто им это не даст сделать. Но вы скажите нам хотя бы, как сказать-то, ну, для справедливости, для правды, мы должны знать правду. Были ли изнасилования в этой части? И угрожали ли изнасилованием Рамилю Шамсутдинову? Вот это всех интересует. А то, что там кто-то кому-то леща дал, поджопник, спать не давал, это никому не интересно. Понимаете, за это 8 человек не расстреливают. Не расстреливали и не расстреливают. Это беспредел. Понимаете? Но если была попытка изнасилования молодого пацана, то это беспредел уже со стороны вот этих вот военнослужащих. Это уже просто беспредельщики. Понимаете? И в армии, и на зоне, и на воле, где угодно. Любой человек нормальный скажет, это беспредельщики. Этих козлов надо валить. Если у тебя есть выбор, либо быть опущенным, педерастом, грубо говоря, либо
Убить 8 человек, там самому погибнуть, возможно, все выберут. Извините, оружие все выберут. Отстаивание своих прав. Вы знаете, никто не хочет быть опущенным, блин. Потом, чтобы все на улице говорили, вон, смотрите, опущенный идет. Никто этого не хочет. Вот если у меня будет, вот мне вопрос скажут, либо мы тебя сейчас опустим, либо ты, блин, не знаю, жизнь самоубийством заканчиваешь. Ну, я выберу второе, наверное. Ну, не наверное, точно. Выберу второе. И вы знаете, я говорю как человек верующий. В свое время же знаменитый праведник Лот ушел из Содома и Гоморры, забрал свою семью с собой. И Бог поразил целый город. Не зря вот это вот выражение «содомиты» – это мужчины, совокупляющиеся с мужчинами. Вот если это было в части, никто не осудит Рамиля Шамсудинова. Никто. Все его оправдают, скажут: парень, ты молодец. Ты не только свою честь защитил, ты спас от поругательства, от изнасилования следующих призывников, которые могли быть также опущены вот этими вот, даже не знаю, как их назвать, этими, короче. Ну. Вот это вот вопрос самый главный к адвокатам. И я смотрю, адвокаты сейчас куда-то в политику, какую-то полемику начинают втягиваться. Это никому не интересно. Вы ответьте на самый главный вопрос. Была ли попытка изнасилования и угрожали ли Рамилю Шамсудинову изнасилованием? И были ли в части до этого изнасилования? Да, возможно, у вас, как говорится, фактов вы не сможете предоставить. Факты я понимаю, потому что Министерство обороны будет прикрывать свой зад. Российская Федерация, там, прокуратура, кто угодно. Они не дадут вам, так скажем, представить доказательства. Свидетели, если появятся, они не дадут вам. Но вы для нас-то ответьте. Была ли попытка изнасилования? Угрожали ли Рамилю Шамсудинову изнасилованием? Вот это всех интересует. Друзья, пишите ваши комментарии, и я ставлю все-таки, так скажем, вопрос перед вами. Вот если у вас будет выбор, либо быть убитым, либо быть изнасилованным, что вы выберете? Либо там, не знаю, восьмерых убить. Я не знаю. И, возможно, вас убьют. Что вы выберете? Это открытый вопрос. Ответьте, пожалуйста, на него. До свидания. С вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.